Итак, прежде чем мы начнем, небольшое объявление. В журнале проекта «Флора России» на iNaturalist мы проводим опрос о том, какие конкурсы, соревнования и биоблицы наиболее востребованы нашим сообществом. Просим всех, кто еще этого не сделал, заполнить анкету. Ссылка на опрос есть в конце почти каждого поста журнала. От итогов опроса зависит то, какие мероприятия нас ждут этим летом и в каком формате. На всякий случай я еще оставлю ссылку в описании на YouTube. На этом мое сообщение окончено. Владимир, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, уважаемые, вернее, добрый день, уважаемые друзья. И сегодня мы с вами будем говорить о том, кто такие миксомицеты и как их изучать. Ну, давайте попробуем разобраться, кто такие миксомицеты. Миксомицеты, на самом деле, это группа так называемых грибоподобных организмов. Ну, почему грибоподобные? Потому что, в принципе, они похожи на грибы, но только чисто визуально. Ну, вот посмотрите на эти маленькие такие грибочки. На самом деле, размер этих грибочков, как бы грибочков, да, составляет, ну, примерно где-то 1-2 миллиметра высотой. Да? Ну, вот они такие маленькие, красивые, очень эстетичные. И действительно, они похожи немножко на грибы. А настоящие грибы, они относятся к группе опистоконта, они вот сюда вот довольно близки к группе метазоа, группе животных. А миксомицеты относятся к группе миксомикота, которая находится в кладе амебозоа. И таким образом, мы с вами эволюционно к грибам гораздо ближе, чем миксомицеты. То есть вообще миксомицеты, получается, это довольно-таки отдельная группа организмов, но при этом они выработали вот такие вот спорношения, разнообразные структуры для того, чтобы каким-то образом рассеивать споры. Ну, поэтому эти спорношения, ну, у грибов задача рассеять споры внутри плодовых тел или снаружи от плодовых тел. И у миксомицетов задача как-то вот рассеять споры. Поэтому структуры получились похожими вследствие конвергентной эволюции. Здесь довольно все понятно. А на самом деле многие ученые там, прежних веков вполне себе рассматривали миксомицеты как грибы. Но вот перед вами Карл Линней, который в свое время отнес миксомицетов к грибам-дождевикам. Ликогалоэпидендрум он рассматривал как ликопернэпидендрум. Вот перед нами две фотографии. А на левой фотографии у нас ликогалоэпидендрум. Это грибоподобный организм, да, почвенная амеба, да, которая сформировалась в проношении. А на правой фотографии у нас ликоперный переформе. Да, довольно-таки известный гриб-дождевик, вот базидиомицет, гастероидный базидиомицет. Мы их всех более-менее, думаю, собирали, пробовали плодовые тела, чтобы из них вылетали споры. То есть, как вы видите, в принципе, действительно сходство очень близкое, действительно, поэтому миксомицетов рассматривали традиционно как грибы, ну а потом, когда уже стало ясно, что это совсем не грибы, их стали рассматривать все равно микологи, потому что методы изучения миксомицетов все равно близки очень к грибам. А на самом деле специфичность миксомицетов в свое время показал Генрих Антон де Барри, это было в середине 19 века. В это время уже начали наблюдать такую структуру, как плазмодий. Надо сказать, что термин плазмодий ввел наш соотечественник Лев Семенович Цинковский. Вот, ну и были уже известны спорношения. Вот Антон Барри в своей книге описал вообще общую схему жизненного цикла миксомицетов. И давайте мы посмотрим для того, чтобы понимать вообще, что там происходит. Итак, вначале была спора. И была эта спора гаплоидная. И споры, в зависимости от условий влажности, формируются либо жгутиконосные клетки, причем, в отличие от группы опистоконта, здесь жгутиков два. Один длинный, другой короткий. Часто короткий жгутик, он редуцирован до базального тела. Поэтому вот на этой фотографии он не виден. Оба жгутика у нас гладкие. Либо может быть вот такой амебоидный организм, амеба. При неблагоприятных условиях эти стадии формируют покоящуюся цисту, а в некоторых случаях происходит половой процесс, могут сливаться миксомеба с миксомебой, жгутиконосная клетка со жгутиконосной клеткой или жгутиконосная клетка с миксомебой в разных комбинациях. Происходит формирование диплоидных клеточек в типе. Ну и дальше эти диплоидные клеточки, лишенные жесткой оболочки, формируют надклеточный агрегат, который называется плазмодий. Плазмодий может формироваться разными путями, либо многократным кариокинезом,
либо многократным слиянием вот этих диплоидных клеточек в одну большую диплоидную клеточку с множеством ядер. Вот. Ну и в результате мы получаем вот такой надклеточный агрегат, который называется плазмодий. Как вы видите, он довольно-таки сильно дифференцирован. Плазмодии у миксомицетов бывают разные, выделяют разные типы, разные типы этих плазмодиев. Вот. Но что здесь важно понимать, что у плазмодиев есть отрицательный фототаксис, то есть они не любят яркий солнечный свет. Положительный гидротаксис – влагу, воду, какие-нибудь влажные, теплые места. Вот. И положительный трофотаксис, ну, как у любого другого уважающего себя вегетативного тела. Любое уважающее себя вегетативное тело хочет кушать. Вот, собственно, плазмодий тоже хочет кушать, поэтому идет по направлению к источнику пищи. При неблагоприятных условиях плазмодии могут покрываться плотной оболочкой и формировать структуры, которые называются склероция. То есть это структура, которая тоже такая очень плотная. Если плазмодий не лишен толстой оболочки, то склероции покрыт ей. И склероции могут сохранять свою жизнеспособность в течение нескольких десятков лет после хранения в гербарии. Дальше вы их просто смачиваете, и из них выходит плазмодий. Все такое тоже, в общем, делается. А далее, при определенных условиях, таких как голодание, воздействие дальнего красного света и так далее, происходит миотическое деление. И запускается процесс формирования спороношений. Процесс при формировании спороношения таксис плазмодия меняется на обратное. У него становится положительный фототаксис, отрицательный гидротаксис. То есть он выползает из какого-то вот своего убежища, где он находился, куда-то в более сухое место по направлению к свету. Ну, естественно, это логично для того, чтобы как-то рассеять свои споры, чтобы споры не попали в воду и, ну, собственно, в то же самое место. Да? Вот. Ну и даже если вы будете пытаться его кормить, то, в общем, у вас уже ничего не получится после определенного предела. Вот. Ну и дальше формируются спороношения. Спороношения у миксомицетов могут быть совершенно разнообразного строения. Жизненный цикл, значит, еще раз, у нас есть трофические стадии, есть гаплоидная трофическая стадия, она одноядерная. Есть диплоидная трофическая стадия, она многоядерная. Вот, есть покоящиеся стадии, представленные микросклероциями и простосклероциями. И есть расселительная стадия, представленная спороношениями. Вот, собственно, такой жизненный цикл. На самом деле, если уж быть абсолютно честным, то этот жизненный цикл гораздо более сложный, потому что, видите, вот здесь есть еще другие стрелочки, да? Но давайте мы на этом останавливаться сейчас, по крайней мере, в нашей лекции не будем. Вот, ну и на самом деле, в принципе, миксомицетов изучают как любители, так и, надо сказать, что любители достигли в изучении миксомицетов не меньшего, чем, ну, вот посмотрите, например, наверное, один из самых таких известных исследователей конца 19-го, начала 20 века – это Артур Листер, который, в принципе, до довольно-таки такого, ну, серьезного возраста, то есть до 45-50 лет, он, в общем-то, занимался бизнесом, спортом. У него были, он, конечно, был из семьи ученых, у него отец и брат были довольно известными врачами, вот, но, тем не менее, он никогда не занимался никакой наукой, и в какой-то момент он увидел миксомицетов. И, на самом деле, он в них просто совершенно влюбился, интересовался самими миксомицетами, и он очень заинтересовался тем, как перемещается плазмодий. Он первым наблюдал перемещение плазмодии да, мимо макрокарпы, и вот показывал ее, вот это перемещение плазмодии на съезде Линнеевского общества в Лондоне. Вот, и он, в общем, довольно собирал большие коллекции. Вот его коллекции, на самом деле, были сконцентрированы высланы по всему миру, и часть этих коллекций вот просто с подписью, она хранится в коллекции Артура Артуровича Ячевского в Всероссийском институте защиты растений. Вот, пожалуйста, образцы Артура Листера, которые собраны в Великобритании, и вот подписаны его личной рукой, до сих пор хранятся. А его жена Гульерма Листер, его дочь Гульерма Листер, она выполняла функции секретаря
выполняла функции помощника, лаборанта, а после смерти отца она стала таким очень активным самостоятельным исследователем, и всю жизнь она посвятила тоже изучению миксомерии. Она десятки таксонов, ее гербарий ее отца хранится в Великобритании вот, до сих пор и доступен широкому кругу. Они также известны тем, что в 1894 году издали классическую монографию, описательный каталог гербария Британского музея. Вот, смотрите, эта книга пережила три издания в 1994, 1911 и 1925 году. В этой книге постоянно видоизменялись описания, добавлялись новые описания и, кроме того, добавлялись новые иллюстрации. В 1925 году книга изобилует вот такими цветными потрясающими иллюстрациями, выполненной именно Гульермо Листер, которая вот была, помимо того, что она была довольно хорошим миксомерщиком, она была совершенно изумительным художником. Вот это все это на показ. Надо сказать, что жизнь Листеров была не так и простой. К сожалению, многие профессиональные ученые иногда довольно резко относятся к успехам своих непрофессиональных коллег, коллег-непрофессионалов. В частности, вот был такой Джордж Эдвард, как пишет Брюс Инг, он был, и иногда его взаимоотношения с коллегами носили очень буйный характер. Ну, действительно, ему он критиковал очень сильно работы Артура Листера. И более того, он в 1892 году, то есть за два года до издания монографии Артура Листера, он издал свою монографию, посвященную миксомецетам Великобритании. Вот. И надо сказать, что эта монография, она содержала множество видов, довольно неплохие иллюстрации, но была явно сделана в спешке, поэтому там многие виды в настоящий момент они просто не признаются, потому что Месси явно поспешил. Надо сказать, что вот Брюс Инг едко замечает, что несмотря на все вот эти взаимоотношения Месси и Листеров и резкую критику со стороны Месси, не отвечал на эти выпады, и впоследствии Артур Листер стал членом Линнеевского общества, а Месси нет. А дочь Артура Листера, между прочим, стала первой женщиной, которая была принята вице-председателем этого Линнеевского общества. То есть, в общем, работать надо, а не коллег задевать. Вот. А дальше больше. Посмотрите, перед вами Роберт Гельстейн, довольно известный автор монографии «Metastasia of North America». И он ее издал в 1944 году на свои деньги. А надо сказать, что Роберт Гельстейн до преклонного возраста, до выхода на пенсию, работал в фирме по производству перчаток. И вот всю жизнь он занимался исключительно перчатками. Но в какой-то момент он, после того, как он вышел на пенсию, он погрузился в исследование гербарных фондов музея в Нью-Йорке, и тут человека все это дело полностью поглотило. Сначала он изучал диатомовых водорослей и, на самом деле, достиг некоторых в этом деле успехов, а потом занялся миксомецетами, и вот его сборы миксомецетов на восточном побережье, на северо-востоке США, это вот такой образец того, как это делается. Книга Гельстейна тоже чрезвычайно интересная, в отличие от такого немножко иногда подчас скупого языка, который свойственен профессиональным ученым. У него книга содержит очень подробное описание, я бы сказал, они снабжены, описание экологии, они вот такие очень пространные, но при этом чрезвычайно интересные, яркие. Вот, так что, если будет возможность, эта книга доступна для скачивания, ознакомьтесь с ней, получите большое удовольствие, работая с ним. А надо сказать, что не только предприниматели и бизнесмены работали с миксомецетами. Перед вами император Хирохита. Да, настоящий император Японии. Надо сказать, что он был любителем исследования морских беспозвоночных.
У него в императорском дворце была небольшая лаборатория, и там работало несколько исследователей под его покровительством. Надо сказать, что сам господин император Хирохита собирал довольно-таки активный гербарный материал, и этот гербарный материал он присылал многим современным для него тогда исследователям. Вот в частности, видите, Гильермо Листер описала Арцирию помиформис, разновидность петероспору. И видите, в качестве человека, который собрал материал, указан император Японии Хирохита. Вот, собственно, вот так. А в честь императора Хирохита было названо несколько видов миксамицетов. Допустим, Арцирия и Дидермо империалис. То же в честь того, что вот его взошествие на престол. Вот, так что не только обычные люди занимаются изучением миксамицетов. На самом деле этот список любителей в таком международном масштабе можно продолжать довольно-таки долго, но следует остановиться на нашей стране. В нашей стране вообще работу по миксамицетам генерализовал Артур Артурович Ячевский. Это гениальный миколог начала 20 века из Санкт-Петербурга. И он подготовил монографию, посвященную слизевикам, и при подготовке этой монографии он собирал гербарий, пополняли множество корреспондентов из разных частей нашей страны. Этот гербарий, кстати, до сих пор хранится. И вот одним из его корреспондентов у него было много, но в качестве одного из примеров я бы мог привести Николая Михайловича Мартьянова. Это основатель Минусинского музея. Вообще он был провизором. Он учился в Санкт-Петербурге, потом в Казани, потом он переехал в город Минусинск Красноярского края. И вот там он организовал такое научное общество, организовал краеведческий музей, который занимался вот сборами, изучением вообще вот окрестностей Минусинска, юга Красноярского края, Хакасии, Тувы, там ботанических экспедиций, в том числе и ботанических экспедиций. И вот Николай Михайлович Мартьянов присылал образцы Артуру Артуровичу Ячевскому. Эти служили основой, во-первых, для создания монографии, посвященной миксамицетам, которая вышла в свет в 1907 году. Ну и, кроме того, вот эти образцы Николая Михайловича до сих пор сохранились не только в Краеведческом музее Мартьянова, но и в коллекции Артура Артуровича. Вот, пожалуйста, вам фотографии этикетки, подписанной личной рукой Николая Михайловича Мартьянова. Да, поэтому и вот таких корреспондентов у Артура Артуровича Ячевского было огромное количество по всей стране. И благодаря этому ему не надо было тратить время на поездки, дополнительные экспедиции и так далее. На самом деле сейчас в нашей стране тоже есть несколько человек, которых я не могу фактически назвать любителями. Это фактически уже профессиональные микологи, просто которые не имеют аффилиации с конкретным научным учреждением. Но уровень их профессионализма подчас выше, чем профессионализм там, отдельных микологов и миксамицетчиков. Да? В частности, хотелось бы привести Владимира Николаевича Батякова. Он работает в Краснодарском крае, и довольно образцы мне и Анастасии Владимировне Власенко. И вот нам он прислал потрясающий материал «Физарелла облонги». Многие просто коллекционные редкие материалы, а вот с Анастасией Владимировной Власенко они описали вообще новый вид стоманитис псевдофлавигенита вот совсем недавно, в 2020 году. Вот. И работы Владимир Николаевич продолжает, и я очень надеюсь, что уверены, и будет все-таки получен список для его территории. Нужно это все дело публиковать, конечно, там огромное количество материалов. Вот. И Юрий Сергеевич Ищенко – это студент Московского пищевого института первого курса. Юрий Сергеевич с миксамицетами еще в школе. Рисоваться тоже по принципу «интересная, красивая миксамицет». Давайте попробуем поопределять. Вот, благодаря личным качествам Юрий Сергеевич довольно активно стал общаться с нами, с иностранными коллегами. Он сейчас занимается поиском вообще крупных спроношений миксамицетов, ну, в частности, там, галоту, бифер и так далее. И он собирает гербарий, собирает их очень качественно и пересылает нашим коллегам. В частности, он переслал
довольно серьезную коллекцию Дмитрия Викторовича Леонтьева, который опубликовал статью по видам рода лейкогалок. К этой статье мы еще с вами вернемся. И вот посмотрите, Юрий Сергеевич, один из авторов очень серьезной публикации в журнале «Новое Хедвигия». Ну вот для студента первого курса это очень хорошо. Ну, надо сказать, что, я думаю, многим из вас Юрий Сергеевич тоже знаком как человек, который изучает мухи и мухообразные организмы. Тоже он собирает потрясающие коллекции. Возможно, многие из вас тоже его знают хорошо. Итак, мы видим с вами, что любители, они довольно часто могут, во-первых, дать фору профессионалам, а во-вторых, без помощи любителей фактически вот наша наука будет очень сильно тормозить. Итак, чем платформа iNaturalist может помочь нам для изучения миксомицетов? Вообще, в принципе, определение миксомицетов – это довольно сложное занятие. Тут нужно знать очень много разнообразных признаков. То есть вот по одной фотографии в большинстве случаев идентификация практически невозможна. Однако есть некоторое количество видов, в частности, великомеланги и ретикулята, которые можно прекрасно определить, просто по одной фотографии. Посмотрите, да, я здесь явно вижу очень хорошо выраженный плазмодиокарп. Я вижу вот эти красные точки на поверхности, я вижу просвечивающий капеллицей, явно сильно обозвесленный, да, это будет явно великомеланги ретикулята. Очень хорошо, действительно, вот эту точку можно отметить. Но, к сожалению, в большинстве случаев получается такая проблема, что мы не можем однозначно идентифицировать образец просто по фотографии. Меня довольно часто спрашивают коллеги о том, что почему вот я так мало пользуюсь этой платформой. К сожалению, все очень просто. Во-первых, тут есть некоторый перекос в сторону видов с очень крупными спороношениями и видов с яркими спороношениями. Основные миксомицеты, которые приведены на платформе. 30 тысяч наблюдений фулига септика, разных вариаций, окей. Лейкогалла эпидендрум, 23 тысячи наблюдений. К лейкогалле мы еще с вами вернемся. Эти 23 тысячи наблюдений – это далеко не все лейкогалла эпидендрум. Тубифера, фергиноза, 6,5 тысяч. Тоже это очень сложный комплекс видов, но, кстати, он разводится по внешней морфологии. Но на самом деле это не те виды, которые часто встречаются. Дверден, я, проводя сборы в прошлом году в московском регионе, я обнаружил один раз на примерно 1500 образцов своих. То есть у нас явный перекос в 1000 раз в сторону видов с крупными спороношениями. Но, тем не менее, мы можем получить некоторые данные о распространении. Это уже очень хорошо. Таким образом, оценивать частоту встречаемости мы тут, к сожалению, не сможем. Но мы можем что-то узнать о распространении. Можем, но, к сожалению, не всегда. Посмотрите, я привел пример фотографии фулига септика, разновидность кандида. Она на сайте приведена как фотография исследовательского уровня, то есть тут есть несколько подтверждений. Все действительно очень похоже. Да, вот такая вот белая плюха, я вижу вот здесь черная споровая масса, но на самом деле на этой фотографии все. Здесь я, к сожалению, больше ничего не вижу. Проблема заключается в том, что помимо фулектика, разновидность кандида, жизненная форма белой плюхи с черной, это разные виды. Например, есть такая фулига мегаспора, которая очень похожа. Посмотрите, белая, по размерам точно такая же. Даже более того, когда вы ее держите в руках, она тоже выглядит совершенно идентично. То есть если мне дать два коробка просто в руках подержать, я их не различу. Нужно посмотреть микропрепарат. А если посмотреть микропрепарат, то станет видно, что у фулига септика споры 7-9 микрометров в диаметре, а у фулига мегаспора 15-22. И посмотрите, какая орнаментация. Вот у фулига септика она мелко шиповатая, на сороковке даже не видно, да? А у фулига мегаспора это вот такие сильные грубые гребни, покрывающие спору. К сожалению, зевнуть такие редкие находки, а фулига мегаспора – это очень редкий вид. В России найден всего лишь один раз в Краснодарском крае, в заповеднике Утриш. Зевнуть такие находки очень обидно и довольно легко. Фулига мегаспора. А вот фулига интермедия тоже очень похожа. Но у нее шаровидные споры 10-13 микрометров в диаметре, а габитуальное спороношение фулига цинерея. Тоже очень похоже. Аридный вид встречается скорее в пустынях,
Но лучше всего она разводится по спорам, опять-таки. Споры у нее овальные, 10, 11, там, 14, 15 микрометров в диаметре. То есть этот вид тоже визуально чрезвычайно похож. Лично я просто фотографию внешнего вида, к сожалению, не могу эти виды разделить. Более того, не обязательно ограничиваться видами рода Фулига. Допустим, вот есть такой дидимил муцулага. До начала этого года он назывался муцулага крустация. И вот этот вид, он тоже выглядит как такая белесая пеночка. Так, собственно, в народе у нас назывался пеночка. Но посмотрите, у него известь образована, если у Фулига септика разновидность кандида, белая известь образована маленькими шариками, то у муцулага крустация вот эта вся известь образована вот такими звездчатыми кристаллами. Если мы не посмотрим микропрепарат и не увидим вот эти звездчатые кристаллы, то мы ее просто не сможем с вами идентифицировать. Я смогу сказать, ну, с каким-то допущением. Вот так, ну, в принципе, получается так, что люди совершенно спокойно пишут фулига септика, разновидность кандида, и муцулага крустация. Но я просто честно так не рискну, хотя я занимаюсь миксомицетами 15 лет. Итак, как быть, как нам избавиться от этой ситуации? Ну, мы поняли, что нужен микропрепарат. Кроме того, важен правильный ракурс для фотографии. Посмотрите. Вот это вот фотографии исследовательницы из Новой Зеландии, Сара Ллойд. Если вы посмотрите вообще фотографии миксомицетов на платформе, то вы увидите, что большая часть вот таких наиболее качественных фотографий исследовательского уровня принадлежат именно ей. Я бы ее не отнес к любителям, она вполне себе профессиональный миколог. В честь нее даже назван вид рода Алвизия, Алвизия Ллойды. Но вот посмотрите, как она фотографирует миксомицеты. Она их фотографирует не сверху, она их фотографирует сбоку. То есть мы видим, во-первых, мы видим соотношение длины. Мы видим цвет споровой массы. В принципе, это практически достаточно для того, чтобы что-то сказать. Здесь можно ошибиться только в двух родах, роде геометрихия и роде трихия. Но, в принципе, с вероятностью там 95-97% мы бы могли это отнести к классическому роду трихия ботрятис в широком смысле. Это, на самом деле, все хитрее. Но обратите внимание, что Сара не ограничивается одной фотографией, она приводит еще вторую фотографию микропрепарата. Мы к этому сейчас чуть-чуть попозже вернемся. Итак, вот такие фотографии, они очень хорошие. В принципе, вот такая фотография тоже нам практически дает возможность идентифицировать миксомицета, но все-таки она здесь очень мелкая. Я понимаю, что миксомицеты чрезвычайно маленькие, диаметр спаранги 1 мм, но если мы их не сфотографируем крупно, то я вот здесь, допустим, не вижу, сколько пластинок впереди, как у нас ножка переходит. То есть вот еще по этой фотографии что-то могу сказать, но довольно сложно. Если все сфотографировано просто сверху, я даже не могу понять, они сидячие или на ножках, какой там цвет впереди, что там вообще происходит. Поэтому, к сожалению, вот эту фотографию мы не сможем идентифицировать с вами никогда по внешнему виду. Вот, у нас сказать, что Сара Ллойд, она, помимо фотографии внешнего вида, видите, она приводит еще фотографию микропрепарата. А для видов рода трихия важны длина окончания элотеры, вот эти ниточки называются элотеры. То, как организовано спиральное утолщение. Диаметр спор тоже важен. То есть, в принципе, это практически идеально. Вот на этой фотографии не хватает одной маленькой вещи. Маленького масштабного отрезка. Вот будь здесь маленький масштабный отрезок, я бы смог проверить диаметр спор. Я бы смог проверить диаметр элотер. Я бы смог узнать длину окончания элотер. И тогда я бы точно мог сказать, что да, это трихий ботрицис, или нет, это не трихий ботрицис. Ну, на самом деле, здесь это практически 99,5% достоверности, а действительно трихия ботрятис. Даже в узком смысле после всех ревизий, которые ей предстоят в ближайшие годы. Итак, как изготовить препарат? Значит, мы действительно, вот у нас перед нами спороношение. Если мы попробуем сделать микропрепарат в обычной воде, то у нас это получится с очень большим трудом, потому что споры миксомицетов часто гидрофобные. Они очень хорошо орнаментированы там, сеточками, шипиками и так далее, поэтому они очень плохо смачиваются. Поэтому можно приготовить 2 или 4% раствор калий-ОН,
И в этот раствор просто капать его на предметное стекло и туда помещать споры. 2-4% раствор калиош совершенно безвреден для кожи, поэтому можно его хранить в домашних условиях, не бояться, что его там тронут дети или еще что-нибудь. Если он попадет на кожу, ничего с вами страшного не будет абсолютно. Главное, не пейте из баночки много. А если у вас есть чуть-чуть такая продвинутая маленькая лаборатория, собственно, то я рекомендовал бы вам делать такие полупостоянные препараты с использованием лактофенола. Лактофенол – это такое вещество, в принципе, оно довольно-таки, оно напоминает такую немножко смолу. Оно не то чтобы сильно токсичное, но, конечно, лучше его держать вдалеке от детей и быть с ним несколько аккуратным. Для его приготовления нужно для 100 грамм 20 грамм кристаллического фенола, 20 грамм молочной кислоты, 20 грамм глицерина, 40 грамм глицерина и 20 грамм дистиллированной воды. Все это дело нагреть, остудить, у вас получится такая довольно неплохая среда. Она очень здорово просветляет споры изнутри. Вот, и при этом шипики, бородавочки становятся очень контрастными, и все довольно становится неплохо. Вот, если вы дополнительно обработаете края стекла еще вот таким образом, просто обычным лаком для ногтей, то такие препараты не будут сохнуть у вас годами, по крайней мере, может быть, даже десятилетиями. Вот, но на самом деле все гораздо сложнее, чем кажется, потому что если бы понятие вида у миксомицетов было такой вот устойчивой штуковиной, который вот, мы знаем точно, вот есть один вид, давайте к нему все относить, то все было бы очень просто. Я для себя в шутку выделяю несколько стадий изучения и познания миксомицетов. Но действительно, чаще всего мы все знакомимся с миксомицетами, изучали кагал эпидендрум. И вот на первой стадии приходят студенты первого курса или любители, находят какую-то штуку, и они не могут определить, что это ли кагал эпидендрум. Вот. Ну, потом они, естественно, быстро ориентируются, быстро учатся определять лейкогалы эпидендрум, и на второй стадии они легко ходят по лесу и говорят: «О, это лейкогалы эпидендрум, вот она такая вот кругленькая, с пупырчиками, все нормально». Вот. А дальше вы смотрите одну лейкогалы эпидендрум, вторую лейкогалы эпидендрум, 150-ю, 250-ю лейкогалы эпидендрум. Потом к тебе начинает студент приходить и спрашивать: «А вот это лейкогалы эпидендрум?» «Да». «А это?» «Наверное». «А вот это?» «Да нет, что-то не похоже». Вот. И дальше ты начинаешь сомневаться в том, что а можешь ли ты определить лейкогалу эпидендрум? И в какой-то момент я стал себя ловить на мысли, что я не могу определить лейкогалу эпидендрум вообще никаким образом. Мы возвращаемся к той самой статье, в которой участвовал Юрий Ищенко, и которая была выполнена под руководством Дмитрия Викторовича Леонтьева. И вот посмотрите, Дмитрий Викторович Леонтьев изучил разные лейкогалы эпидендрум из разных частей света и выделил 39 разных риботипов, которые можно отнести к 21 морфовиду. И вот сейчас они будут постепенно, медленно, но верно определять эти виды, описывать их. И теперь я по-прежнему не могу определить лейкогалы эпидендрум, но я жду выхода статьи, в которой будут описаны все эти 21 вид, для того, чтобы как-то разобрать, что же это такое интересное у меня есть в гербарии. Вот, то есть мне придется вернуться к собственным находкам. А проблема здесь заключается в следующем. Лейкогалы эпидендрум очень распространенный вид. И когда мы выходим в лес, обычный исследователь, он просто вообще ее не берет. Он записывает: «О, лейкогалы эпидендрум была», записали в дневник. «О, лейкогалы эпидендрум», записали в дневник. Все, он на этом останавливается. На самом деле на этом останавливаться ни в коем случае нельзя. Каждый образец, который мы находим в лесу, нужно гербаризовать именно для таких случаев, потому что потом тебе придут и скажут: «А вот мы сейчас проводим ревизию вот такого-то вида широко распространенного, а дайте-ка нам гербарные образцы». Ты понимаешь, что у меня вот там 150 образцов, ты думал, одного вида, а на самом деле это 150 образцов 21 вида. И, значит, получается, что на каждый вид у тебя там по 2-3 образца, и некоторые повреждены или еще что-нибудь, и все, у тебя в гербарии мало материала. Таким образом, последовательность действий должна быть такая. Мы собираем образцы, фотографируем, выкладываем на сайт. Можем сначала попробовать идентифицировать, потом выложить на сайт. А потом обязательно надо проводить процедуру гербаризации, чтобы мы могли к этому образцу вернуться и еще раз его посмотреть. Я вот всех призываю настоятельно именно гербаризировать образцы.
Потому что доступных образцов очень-очень мало. Вот, например, сейчас мы и коллеги из Санкт-Петербурга будут работать с видами рода Leocarpus, Leocarpus fragilis. Раскрою страшную тайну, это очень сложный вид. Вот. И нам нужны образцы из разных частей света, из разных стран, из разных регионов России. Что у нас есть в гербарии? Ну, вот мы стараемся пускать в работу. Но на самом деле дополнительный материал будет крайне необходим. Также назревает явная ревизия видов рода кротериум. И для них тоже кажется, что кротериум минутум, широко распространенный вид, да везде есть. Вон там 3500 записей у нас на платформе есть, да? А в гербарных коллекциях, когда начинаешь его смотреть, то вот этот образец, он не совсем подходит, не очень красивый. Он там чуть-чуть поврежден, допустим, микромицетами. Вот этот собран вместе с еще одним, вот там сидит еще одна какая-то штука, значит, соответственно, молекулярку с ним не сделаешь, потому что, может быть, кросс-контаминация спор. Вот. А этот, вот этот вот подойдет. Ну, там из 3-4 образцов выбираешь один, и у тебя получается, что количество доступных образцов очень сильно сокращается. И география тоже. Ну, кажется, ты вроде как всю страну объездил, а на самом деле получается, что там был 10-15, 20 регионов. А остальные регионы оказываются без исследований. Поэтому вот эти образцы нам чрезвычайно важны. И вообще надо сказать, что миксомицеты – это практически идеальный объект для гражданской науки. Потому что спорношение миксомицетов не требует дополнительных описаний. Вот, допустим, когда мы собираем грибы-макромицеты, нам необходимо знать, какой был вкус у гриба, какой был цвет у гриба, какой был запах у гриба, как срез плодового тела видоизменялся после контакта с воздухом. Вот. И много признаков надо записать, прежде чем мы получим более-менее какой-то приличный гербарный образец, который можно потом отдать специалисту, и вот он бы посмотрел, сказал, ага, да, вот этот вот гербарный образец, он соответствует такому-то виду. Нам это все, по большому счету, не нужно. Нам нужны только спорношения, целостности и сохранности коробочки. Все, нам больше, на самом деле, для однозначной идентификации не нужно. Материал в высушенном состоянии может храниться сколь угодно долго. Я работал сейчас в коллекции, опять-таки, Артура Артуровича Ячевского во Всероссийском институте защиты растений. Там потрясающая коллекция, в потрясающей сохранности. Там образцы 19 века, самые старые 1822 года, им 200 лет. Я открываю коробок, я могу точно сказать, что это за вид, и у меня нет никаких проблем с идентификацией. Он как будто бы собран практически позавчера. Чуть-чуть пигменты выцветают, может быть, краски не такие яркие, но все равно это потрясающая сохранность. Коллекция миксомицетов занимает очень мало места. Но вот я смотрю на работу коллег в гербарии Срещикова. У них, конечно, это потрясающая работа. Да, вот эти гербарные листы, это все папки, это все вот такое очень объемное, масштабное. У нас, по большей части, миксомицетики хранятся в спичных коробочках. Они маленькие. И, вот такая вот коробочка, вот у меня вот здесь они стоят, вот такая коробочка может содержать порядка 80-90 образцов. То есть вот такая коробочка, ее можно просто переслать по почте, и я получу. Как-то мне присылали очень хорошие мои, уже я бы сказал, даже друзья, корреспонденты из Владимира, 7,5 килограмм миксомицетов. Там было почти что 3500 образцов. Причем они собраны были просто феноменально качественно. Вот, я этот гербарий разбирал там почти 3 месяца. Вот, было чрезвычайно интересно. Это потрясающая была работа. Вот, поэтому миксомицет занимает очень мало места, и образец пригоден для молекулярно-генетической работы в течение 10 лет. Это минимум. На самом деле, если образец редкий, то может быть и больше 10 лет. То есть вы собрали, 10 лет надо, чтобы выделять ДНК, может полежать. Вот, идентификация, возможно, сколь угодно долго. Поэтому вы соберете гербарий, вы его оставите, потом вы его передадите на научные цели, и дальше, если вы сами с ними разберетесь, то с ним кто-нибудь точно разберется, если гербарий собран качественно. А как собрать этот гербарий и оформить? Давайте начнем с методов исследования, с методов поиска спорношения миксомицетов. На самом деле есть два ключевых метода исследования видового разнообразия миксомицетов. Это метод сбора спорношений в полевых условиях и метод влажной камеры. А для того, чтобы собирать спорношения в полевых условиях, вам потребуется, во-первых, нож.
чем вы будете срезать с проношения. Довольно часто подходят просто обычные канцелярские ножи, они очень тонкие и легко отделяют фрагменты древесины вот в виде таких тонких пластиночек, чтобы помещать в коробочки, очень было удобно. Лупа, чтобы рассмотреть все это дело. Спичечные коробочки в большом количестве, потому что их очень много. Фонарик, потому что часто миксамицеты формируются на нижней стороне бревен, где-нибудь в листовом опаде и так далее. И когда вы начинаете работать, вы видите, что освещения вам недостаточно. Поэтому миксамицеты – это те организмы, которые нужно искать днем с огнем. Коробочка для того, чтобы хранить коробочки спичечные. Но если вы находите что-то типа плазмодия, то этот плазмодий можно поместить на фильтровальную бумажку, срезать вместе с, ну, поместить в фильтровальную бумажку, смочить ее, срезать кусочек субстрата вместе с плазмодием, поместить вот в эту коробочку, потом в лаборатории можно его будет дорастить до спороношения. Это занимает там несколько дней или даже иногда несколько часов. Вот. А если его засушить сразу в коробке, то он тогда просто будет неидентифицируем. Вот. Ну и для работы, допустим, в каких-нибудь засушливых регионах, там, где есть колючки, вам потребуются иногда просто рабочие перчатки. Ну и осенью тоже пригождаются они. Ну, а дальше вы идете в лес и осматриваете все доступные субстраты. В первую очередь вас интересует гнилая древесина, причем таких относительно поздних стадий разложения. Часто очень продуктивным является листовой опад. И иногда нужно внимательно осматривать кору деревьев. Ну, вот кору упавших деревьев вообще хорошо посмотреть. Ну и кору живых деревьев, поросшую мхом, тоже к ней иногда следует приглядываться. Искать миксамицетов лучше начинать все-таки в лесу, для того, чтобы вы понимали, как они выглядят, потому что там их много. Потом можете переключаться на другие места. Допустим, я вот у себя возле дома в Москве прекрасно на детской площадке, пока дети гуляют, нахожу очень интересные виды. Ну вот, но об этом как-нибудь в другой лекции расскажем. Как оформить образец? Значит, вот у нас есть спичечный коробочек, да? Вот у нас есть П-образная подложечка. Лучше всего миксамицетика клеить на какой-нибудь клей резиновый, потому что резиновый клей, он такой немножко вязкий, на вот такую П-образную подложечку. Он тогда образец слегка в этот клей утопает и остается прикрепленным. Для меня вот лично лучше всего подходит момент кристалла. Кроме того, нужно указывать обязательно место сбора, дату сбора, желательно географические координаты, ну и того, кто собрал, кто определил. Дальнейшие экологические характеристики тоже, в принципе, желательно указывать, но это все не обязательно, по крайней мере, для однозначной видовой идентификации. То есть если вы будете там заниматься, условно говоря, экологией миксамицетов, там, собирать гигантские массивы данных, тогда это вам нужно. Но вот для того, чтобы ваш образец просто депонировать в коллекцию, достаточно вот таких показателей, которые достаточно. Вот. Ну и дальше это все заносится в коллекцию, образцу присваивается номер, и дальше он там будет храниться сколь угодно долго. Эти образцы, которые собраны, наклеены, их дальше высушивают их при комнатной температуре. Это вот мы с коллегой Инной Владимировной Землянской, она из Волгограда, и мы работаем в заповеднике Калужские засеки. Вот посмотрите, мы собрали почти что 1500 образцов за 7 дней работы. Вот они все сушатся. А дальше, когда мы приезжаем, эти образцы лучше всего несколько дней проморозить в бытовом холодильнике при минус 18 градусах. Дело в том, что некоторые образцы миксамицетов очень здорово повреждаются насекомыми. И насекомые начинают рассеивать споры, разгрызать спороношение, и дальше вы залезаете в коробочку, у вас там была такая ценнейшая бадамия, смотрите, а там уже ничего нету. Вот, поэтому лучше всего проморозить, а потом, когда достаете из морозилки, его еще разочек просушить, а потом, если прям совсем образец ценный, и если у вас есть силы на это, то лучше, конечно, помещать их в зип-пакеты вот такие. Но даже без помещения в зип-пакеты, в принципе, после промораживания образцы хранятся гораздо дольше, гораздо качественнее, и вероятность, что их съедят, будет гораздо меньше. Вот. Ну и другой способ – это метод влажной камеры. Метод влажной камеры основан на получении спороношения миксамицетов в лабораторных условиях. Вы просто воспроизводите жизненный цикл. Вы предполагаете, вы собираете субстраты, на которых могут быть
либо микросклероции, либо просто склероции миксомицетов. И дальше в этот субстрат помещаете в чашку Петри, либо в какой угодно контейнер, не обязательно чашка Петри. На фильтровальную бумагу. Не обязательно фильтровальная бумага, достаточно туалетной бумаги либо какой-нибудь бумаги, которая впитывает в себя большое количество воды. Закрываете крышечкой и наблюдаете под бинокуляром, заливая водой, естественно. Вот. Если субстрат у нас немножко влажный, то постепенно, через некоторое время, через несколько дней или даже недель, там начинают бегать плазмодии. За этим всем можно наблюдать. Плазмодии можно выделять, пересаживать из контейнера в контейнер и получать себе таких маленьких домашних животных. Да? Ну, вот у кого как, да? У кого рыбки в аквариуме, как кошечка, а у кого плазмодий, у кого там амеба собственная личная плавает, бегает, да, по чашечке. Они довольно активно перемещаются, за ними здорово следить. И дальше вы в какой-то момент эти плазмодии сформируют спорношение. Спорношение вы собираете совершенно так же, как вы собирали бы в лесу, то есть фрагментами субстрата, наклеиваете спичечные коробки и, собственно, дальше производите идентификацию. А для метода влажных камер желательно еще определять pH вот этой вот жидкости, которая у вас будет образовываться в чашках. То есть вы вот в чашку помещаете фильтровалку, поместили образцы субстрата, залили водой. Через сутки вода частично впиталась, частично в чашечке осталась. Вот небольшое количество вот этой жидкости вы сливаете и меряете pH. Если есть ручной pH-метр, вообще шикарно. Нет, ну... Да нет, сюда нет, ничего страшного, можно без этого обойтись. Вот, ну и инкубацию проводят в течение порядка 3 месяцев, чтобы выявить все разнообразие. Вот, так что вот так вот можно получить разные коллекции миксомицетов разными методами, и вот так можно изучать их видовое разнообразие. А теперь, где можно найти информацию о миксомицетах? Есть некоторое количество источников зарубежных, англоязычных, но на них, на самом деле, сейчас мы останавливаться подробно не будем. На русском языке, к сожалению, книжечек не так много. В первую очередь хочется сказать о монографии Артура Турчаичевского, которая вышла в свет в 1907 году. Она доступна вот по вот этой ссылочке на QR-коде. Она выложена и отсканирована в библиотеке Шипунова. Ну, монография хорошая, но 1907 год немножечко она подустарела, хотя там тоже есть потрясающее описание, вводная часть. Это вот как классическая монография, она, ее стоит полистать. Более современный определитель выпустил Юрий Петрович Новожилов в 1993 году. Тоже книжка отсканирована и доступна по вот этому QR-коду. Там уже на современном уровне приведены определительные ключи. У Артура Турчича тоже есть определительные ключи, но у Юрия Петровича просто видов гораздо больше. Там порядка 230-250 видов для всей территории бывшего СССР, которые известны были на 1993 год. Там есть очень подробное описание, есть иллюстрации черно-белые, но, тем не менее, довольно качественно выполненные. То есть тоже советую скачать, посмотреть. Для начала это тоже хороший вариант, чтобы понять, интересно вам это будет или неинтересно. Если почитать что-нибудь общее из неопределительной литературы, то я крайне бы советовал ознакомиться с книжкой Глущенко, Леонтьев и Акулов, посвященной слезевикам. Это учебно-методическое пособие, оно 2002 года, оно немножко подустарело, но, тем не менее, это последнее такое вот независимое учебно-методическое пособие, которое вот доступно по слезевикам вот в бесплатном бумажном виде, которое можно скачать и посмотреть. А также, если вы умеете пользоваться сцехабом, то попробуйте вытащить оттуда, по крайней мере, по главам, по-моему, это сделать можно. А вот эту книгу, которая вышла в свет в 2022 году, она вышла, ну, на рубеже 2021-2022 года, «Миксомицеты. Биология, систематика, биогеография и экология». Второе издание. Можно там и первое, на самом деле, посмотреть. Тоже интересно будет. Там это такая большая монография большого коллектива авторов. Стив Стефансон и Карлос Рохас, они только были эдиторами, а, собственно, писали эту монографию, по-моему, несколько десятков специалистов. Там каждый писал свой отдельный раздел. И там вот, ну, грубо говоря, от монографии все, что вы хотели знать о миксомицетах, и даже больше. Вот. Так что крайне рекомендую. К сожалению, я не могу здесь привести ссылку на скачивание, ну, потому что нельзя. Авторские права.
Вот. И если у вас будет желание, то у нас такая минутка саморекламы. У нас тоже вышел определитель миксомицетов московского региона. Это 350 страниц. Ну, почти 350 страниц, 320 страниц. Книжечка вышла в свет в конце 2021 года. Ее сейчас продолжает реализовывать культурно-просветительский центр «Архе». Это полностью они финансировали это издание. Там есть определительные ключи для более чем 200 видов, даже 250 видов для московского региона. Надо сказать, что список видов там сделан с большим запасом, и он подходит, по большому счету, для любой части Европы, ну, скажем так, для Северной Европы идеально, и для всей России тоже, там, ну, за редкими исключениями, массовые виды вы все определите вот точно. Вот, так что, если будет интересно, то вот просто пишите на почту центра Архе, там все гораздо дешевле, эта книжка есть на Озоне, там покупать не надо, она там в 4 раза дороже получается, чем у издателя. Вот, ну и кроме того, очень рекомендую вам посмотреть фильм. Мы во время ковида мы поняли, что нужно как-то продвигать эту тему, и мы сделали небольшой фильм, посвященный жизненному циклу миксомицетов, их экологии, и географии. Вот. Первые две части доступны на YouTube, ну, будем надеяться, что как-нибудь у нас будет сила и время, и мы снимем какую-нибудь третью часть, тоже посвященную миксомицетам. Вот. Кроме того, если вы хотите посмотреть данные о распространении миксомицетов, то я вам советую посмотреть сайт russianmixomycetes.org, где вы сможете увидеть литературную базу данных о распространении миксомицетов на территории России. Значит, этот проект сделан следующим образом. У нас есть публикации о миксомицетах. Первые публикации о миксомицетах России, на самом деле, были выполнены в 1761 году. А самые последние, ну, вот уже в 22-м, даже сейчас появляется уже работа в 23-м году. Мы тоже постепенно стараемся это все дело добавлять и обновлять эти данные. А там вы можете посмотреть карту регионов России, где в лучшей степени исследованы они с точки зрения биоразнообразия миксомицетов, какие регионы хуже исследованы с точки зрения биоразнообразия миксомицетов. Для каждого региона вы можете настроить собственные фильтры, посмотреть список видов доступных и список литературы. Значит, еще раз, в эту базу попадают только опубликованные в каких-либо изданиях информации о находках миксомицетов. То есть здесь, сюда мы не привлекали никакую информацию, которая не была изложена вот в каких-то источниках, да, которые были опубликованы там, не обязательно на бумаге, в интернете, но, по крайней мере, имели какие-то выходные данные. Вот, так что же посмотрите, поймете, что миксомицеты России – это еще такой совершенно белый лист, они совершенно еще не исследованы. Работы там, с учетом размеров нашей страны, на десятки, сотни, по крайней мере, на несколько сотен лет, и работать нам не переработать. Так что давайте работать вместе, давайте работать правильно. Я уверен, что у нас все это получится. Вот. А на этом разрешите закончить основную часть лекции. Спасибо. Так, на всякий случай, я еще раз повторю объявление, которое у меня было в самом начале. В журнале проекта «Флора России» на eNaturalist мы проводим опрос о том, какие конкурсы, соревнования и биоблицы наиболее востребованы нашим сообществом. Просим всех, кто еще этого не сделал, заполнить анкету. Ссылка на опрос есть в конце почти каждого поста журнала. От итогов опроса зависит то, какие мероприятия нас ждут этим летом и в каком формате. Ссылка будет в описании под видео. Итак, сначала мы будем отвечать на вопросы из формы регистрации, которая была в анонсах. Некоторые вопросы, скорее всего, были освещены в ходе лекции, но мы их повторим. Также у Владимира часть вопросов будет в отдельном слайде. Так, первый вопрос был, где можно скачать определитель миксомицетов, но уже об этом было сказано, и много слайдов об этом было. Второй. Хотелось бы остановиться на систематике миксомицетов. Какова современная система миксомицетов? Традиционно их рассматривают в микологии. Почему не в зоологии? Это очень классный вопрос. И вот спасибо большое его автору за то, что он позволил мне немножко подготовиться, да, потому что тут нужно иметь картинку. А, значит, действительно,
Система Mixamiset она в последние годы претерпевает очень большие изменения. И я рекомендую вам обратиться к вот этой статье на сайте Elementy.ru, которая была написана Дмитрием Викторовичем Леонтьевым, опять тем же самым, о котором мы уже сегодня много говорили, который, собственно, и сделал статью, посвященную новым данным о филонетической классификации миксамицетов. Действительно, традиционные представления о классификации миксамицетов, они несколько видоизменились, и, в принципе, стало в какой-то момент ясно, что нужно что-то делать, и вот Дмитрий Викторович вместе с Мартином Шнитлером, Стивом Стефенсоном, Юрием Петровичем Новожилым и Олегом Щепиным, они собрались вместе и сделали вот такую вот классную публикацию. А ее очень подробное изложение, потому что публикация, она такая довольно формальная, да, там есть просто очень краткие описания, читать, наверное, так будет интересно. Вот ее подробное изложение есть по ссылке в QR-коде. Вот, ну, сейчас я просто кратенько скажу, как это все дело выглядит. Значит, судя по всему, у миксамицетов есть две большие клады. Темно-споровые миксамицеты колумеломицетида и люциспороцетида, светло-споровые. В пределах этих клад выделяется несколько порядков. Значит, эти порядки, получается, у нас крибрериалис, дальше клада трихеида, сюда получается порядки ретикулериалис, лицалис, трихиалис. Ну вот чаще всего мы с вами там находим трихиоварию, да, она у нас попадает вот сюда, да? Кроме того, у нас есть темно-споровые виды. Базальной группой для темно-споровых видов является группа хиностелиевых. Значит, вот здесь она, да, у нас находится хиностелиум и барбиелла минутиссима. Это тоже довольно-таки интересные виды, но вот у хиностелиума практически светлые споры. Но постепенно эти споры начинают темнеть, приобретают темную окраску. И дальше у нас получается вот такой вот набор порядков, да, порядок кластодерматалис, меридермалис, стаментидалис и физаралис. Собственно, вот так у нас все получается. Очень советую ознакомиться со статьей, там действительно все очень классно, качественно, понятно и красочно описано, здорово. Вот. А почему это объект не зоологии и микологии? А вот потому что так все получилось, так пошла эволюция. Действительно, миксамицеты логично рассматривать как группу простейших, то есть это совершенно не грибы. Ну и что? Допустим, нас с вами совершенно не смущает, что эвгленовые водоросли мы рассматриваем в курсе альгологии. Ими занимаются альгологи. А между прочим, ближайшие родственники эвгленовых водорослей – это, к примеру, трипаносомы или лишманьи. Или нас совершенно не смущает, что мы рассматриваем в качестве примеров водорослей динофитовые водоросли. А там вообще половина, они автотрофы, а половина гетеротрофы. Там вообще к водорослям-то не особо можно отнести. Но тем не менее, все-таки часть фотосинтезирует, мы рассматриваем это как водоросли, традиционно это объект ботаники. Здесь на самом деле все то же самое. Да, в принципе, это группа амебы зоо, да, это все очень сильно переплетено с почвенными амебами, но методы исследования, они все равно оказываются ботанические, или я бы сказал, вот, да, классические ботанические, собрать гербарий, из гербария выделить нуклеотидные последовательности, дальше изучить эти нуклеотидные последовательности. Гербарий все равно во главе угла, поэтому зоологи гербарий не собирают. Гербарий, хотя некоторые собирают, но тем не менее, собирают это все микологи. И надо сказать, что большинство учреждений, которые занимаются миксамицетами во всем мире, не только в России, они тоже находятся в местах, где работают ботаники. И вот в свое время стали задумываться, а не стоит ли применить приемы зоологической классификации к миксамицетам. И вот, видимо, эта дискуссия зашла настолько далеко, что вот Анна Ровникер в свое время написала даже вот такую статью, что стоит ли миксамицетов рассматривать как группу, для которой можно применять и приемы зоологической классификации, и приемы ботанической классификации. Так вот, нельзя. Лучше применять приемы и методы именно ботанической классификации и требования, правила ботанической номенклатуры. Что вот так. Отлично, спасибо. Следующий вопрос. Зачем с точки зрения биологии миксамицетам нужна известь? Тоже интересный вопрос, и вот на него гораздо сложнее ответить однозначно.
Дело в том, что известь у миксомицетов действительно образуется. Чаще всего мы сталкиваемся с обозвестленными структурами у представителей порядка физаралис. То есть вот эти вот ребята, вот так вот, собственно, это и выглядит. Вот у нас есть физарум, и мы видим на поверхности какая-то вот здесь окрашенная, она может быть белой, вот такое вот скопление какой-то вот такой массы, это действительно известь. На самом деле, судя по всему, вот эти миксомицеты используют известь просто как строительный материал. Вот у нас она есть, и мы ее будем каким-то образом, ну, что-то из нее делать. Почему бы ее не использовать там для построения ножки, для того, чтобы спаранги как-то сделать, чтобы спаранги сначала защитить, а потом известь, она же ломкая при высыхании. Она по ней все легко трескается, дополнительно рассыпается, и хорошо получается. В общем, почему бы нет? Вопрос только, откуда она у них взялась, таких количеств? Вот этот вопрос очень довольно сложный. Значит, базальная группа для физаралис – это вот эта группа так называемых лампродермовых. У лампродермовых на самом деле извести практически нет, но иногда она все-таки присутствует. Вот посмотрите, вот эта лампродерма Aeneum, у которой на поверхности есть вот такие шиповидные кристаллы извести. Кристаллы. Судя по всему, это известь. То есть тоже она, судя по всему, там присутствует. И вот однозначно, откуда они взяли, как они выработали такие механизмы накопления извести, сказать сложно, но можно попытаться поспекулировать на этот вопрос. А дело в том, что базальной группой для вот всех вот этих вот товарищей, для физаровых и стеманитисовых, выступала группа меридермовых. Это очень маленькая группа. А сейчас современные представители меридермовых – это виды, которые относятся к экологической группе невальных видов, то есть те, которые образуются ранней весной на границе тающего снега. И вот эти вот меридермы, они очень активно мигрируют. То есть, ну, сами понимаете, живешь себе в листовой подстилке, а потом снег стаивает, тебе резко надо выползти и сформировать спроношение. Чтобы это сделать, нужно очень быстро двигаться. Поэтому они выработали плазмодии, которые могут активно перемещаться и быстро двигаться. Для того, чтобы быстро двигаться, ну, по мнению некоторых авторов, да, нужно иметь кальциевые каналы. Соответственно, можно научиться нарабатывать большое количество кальция. Вот его можно потом откладывать в виде карбоната кальция. Почему бы не использовать его как строительный материал? И вот, судя по всему, потомки этих меридермовых, они решили разделиться. Одни пошли вот сюда, как физаровые, стали использовать известь, а другие вообще решили, что им эта известь вообще-то не нужна, и тогда полностью от них избавились. Но вот, видимо, предки, вот этот вот исходный предок, судя по всему, он известью не обладал, и, ну, судя по всему, ну, то есть он не обладал известью в спороношениях, но вот внутри плазмодии, с физиологической точки зрения, он не обладал. И вообще, судя по всему, многие плазмодии, они пользуются, ну, то есть у них там есть карбонат кальция в каких-то количествах, и некоторые вообще, даже представители других групп, судя по всему, могут откладывать известь. Например, вот эти вот товарищи из порядка трихиалис. Вообще для них известь откладывать это не характерно. И не факт, что вообще они откладывают известь. Но что-то с кальцием они точно откладывают. Вот, допустим, есть у нас такая перихена кортикалис. Вот она так в нормальных условиях выглядит. А в некоторых случаях она вот покрыта вот таким белесым налетом. Не факт, что это именно известь в формате карбоната кальция. Возможно, это там всякие оксалаты кальция и так далее. Но вот кальций там, скорее всего, судя по всему, присутствует. Вот, то есть при определенных условиях она берет и просто себе вот его откладывает. Ну, тоже, видимо, строительный материал. Интересно, что есть некоторые предположения. Вот я не знаю, чем все это закончилось, потому что, видимо, там исследования довольно сложные с методической точки зрения. По крибрариевым. Вот у них есть так называемые диктидиновые гранулы. Это такие фрагменты плазмодия, которые остаются в узелках сеточки перидия. Вот, вот видите, вот, в общем, вот такие вот маленькие шарики. И вот эти, судя по всему, эти маленькие шарики тоже некоторое количество кальция они могут содержать. В каких количествах, не очень понятно. Но, видимо, они что-то такое содержат. И, соответственно, скорее всего, способность накапливать кальций, видимо, это было характерно еще вот для таких базальных групп миксомицетов, но что связано было с их перемещением. Возможно ли применение миксомицетов в биотехнологии? Может быть, они продуцируют какие-то полезные ферменты, например, которые можно выделить?
Да, в биотехнологии тут их можно применять, хотя, честно говоря, вот совсем уже до практического применения дело не дошло. Значит, понятно, что миксамицеты находятся в почве, живут они вместе с простейшими и вместе с бактериями. Соответственно, с этими бактериями нужно как-то мириться, выживать, что-нибудь с ними делать и как-то от них защищаться. Соответственно, миксамицеты будут производить некоторое количество веществ, обладающих антибиотической активностью, что, в общем, довольно-таки логично. А кроме того, ну, соответственно, эти вещества можно выделять и использовать. Надо сказать, что, на самом деле, до практического вот использования это все дело пока, к сожалению, не дошло. Но вещества с антибиотической активностью из них выделяли. Значит, кроме того, можно использовать разнообразные вещества, выделяемые из миксамицетов, регулирующих клеточный цикл. На самом деле плазмодий, он очень сложно работает. Там ядра делятся синхронно. То есть вы представьте, миллионы ядер внутри плазмодия, они синхронно делятся, то есть у них синхронно стадия G1, G2, митоз проходит, микротрубочки там синхронно строятся, в миллионах ядер сразу. Вот. И все это управляется за счет специфических метаболитов, которые тоже можно выделить из миксамицетов и, соответственно, использовать в том числе и потенциально в медицине. То есть некоторые вторичные метаболиты, выделенные из миксамицетов, могут устанавливать на разных стадиях, допустим, деления клетки. И это можно применять в медицине, там, допустим, при лечении онкологических заболеваний потенциально. Миксамицеты могут быть как могут накапливать жирные кислоты. Соответственно, это может быть объектами для производства биодизеля. Может быть, пигмент, тоже разная окраска. Ну, вот так. Ну, кроме того, были своеобразные исследования, я уж не знаю, это связано с биотехнологией или нет, есть даже целая монография, называется The Physarum Machines, про использование миксамицетов, вернее, плазмодия миксамицетов, как, скажем так, для решения математических задач и как дополнительные математические мощности. Дело в том, что, я думаю, многие слышали про то, что вот миксамицетов можно использовать, плазмодия миксамицетов, а если ему дать две приманочки, то он всегда сделает между этими двумя приманочками тяжек по кратчайшему расстоянию, но вегетативное тело свое не разорвет. Вот. Но если дать две приманочки, хорошо. А если дать, допустим, 50 приманок, то как 50 точек соединить кратчайшим путем? Это, на самом деле, не такая простая задача. Если вы когда-нибудь занимались там спортивным ориентированием или где-нибудь там работали, пытались вот что-нибудь доставить, там 50, допустим, объектов куда-нибудь, то выбрать самый кратчайший путь – это довольно сложно. А миксамицеты с этим справляются. И эту логику можно описать в системе дифференциальных уравнений, и миксамицеты находят решение геометрическое решение этих систем дифференциальных уравнений. Ну, вот. И, в принципе, это тоже можно использовать. Причем интересно, что монография – это не просто там какая-нибудь книжечка там, на 15-20 страниц, это монография на 900 страниц. А там мощные такие математические формулы, то есть, в общем, математики тоже с ними развлекаются. Не совсем биотехнологии, но тоже как бы практическое применение. Вот так. Ну, а кроме того, Physarum polycephalum является довольно известным модельным объектом в совершенно разных исследованиях, потому что его там плазмодий, он там несколько квадратных метров, может быть, и, там, вот такого размера его нарастить вообще не проблема. И это клетка с огромным количеством ядер, лишенная жесткой клеточной стенки. То есть не надо разрушать жесткую клеточную стенку для того, чтобы как-то ее исследовать. Тоже очень удобно, поэтому десятки работ по ним есть. Вот так. Ну, спасибо. Следующий вопрос. Какой класс опасности у миксамицетов в странах СНГ? Вот надо смотреть, если по документам, надо смотреть. Я, честно говоря, не скажу. Но я думаю, они не сильно должны быть опасны, опаснее, чем всякие там, не знаю, всякие гербарий какой-нибудь или еще что-то. Если вообще, в принципе, те, кто составлял эти классы опасности, знают, что такое миксамицеты. Как-то у меня есть некоторые подозрения на этот вопрос. Если говорить по поводу того, что есть ли опасность для здоровья или нет, то по большому счету нет. То есть, как любые летучие субстраты, да, это, конечно, может у некоторых людей вызывать раздражение верхних дыхательных путей. Это понятно. То есть, если вы работаете, допустим, с крупными италиями, там все, летят споры вокруг, вы весь там в черной массе, у вас на лице черные споры, да, и, значит, все это летает, ну, можно пару раз чихнуть. Наверное, какой-нибудь аллергик может получить от них аллергию.
Но все разговоры про то, что от лейкогала и эпидендрума возникает рак, мы давайте с вами отнесем на, скажем так, на лженаучные утверждения. Я серьезно, я более-менее даже представляю, откуда такой вопрос. Мне несколько лет назад коллеги пересылали реальный эфир российского новостного телеканала. У меня просто телевизора нет, я никогда его не смотрю. А вот тут, значит, по российскому центральному телеканалу передача о том, что лейкогала эпидендрум очень опасная, токсичная, вызывает рак, и ни в коем случае в лесу к ней не подходите, не трогайте и бойтесь, а то она вас убьет, что-то с вами нехорошее сделает. Ни в коем случае не подходите. Это не так. Я вот живу дома, у меня под кроватью находится примерно 6500 образцов, которые я не разобрал. У меня вот, вот видите, дома микроскопчик стоит, я часто вместо того, чтобы ходить на работу, да, дома это все дело смотрю. Вот у меня вот тут на столе лежат коробочки. Ну, по крайней мере, на 10 лет не хватило, жив пока. Вот, может быть, и дальше проживу. Так что ничего страшного. Хорошо, спасибо. Каковы перспективы в изучении миксамицетов? Такой очень общий вопрос. Тут бы лучше, конечно, уточнить, что вы имеете в виду под перспективами. Если мы будем говорить про биоразнообразие, то, во-первых, у нас страна практически не исследована. Да? То есть у нас есть несколько регионов, в которых, ну, посмотрите сайт Миксамицет России, там все станет понятно и наглядно. Значит, у нас есть несколько регионов, где исследования проводились в течение многих десятилетий. Это в первую очередь Московская, это в первую очередь Ленинградская область с вот, 1761 года. Там, собственно, как проводились исследования, так и проводятся исследования. Да? То есть постепенно материал собирается, собирается, накапливаются данные. Московская область с времен работы Татьяны Петровны Сизовой, потом Татьяны Николаевны Барсуковой, с Евгением Анатольевичем Дунаевым они много собирали. Потом я тоже немножко приложился, диссертацию там написал кандидатскую и продолжаю собирать. Да, там очень много данных. Дальше есть те регионы, где, в общем, это как на карте России заводятся, в каком-то регионе заводится специалист, вот если он там завелся, да, там будет много миксамицетов. Вот если он не завелся, миксамицетов ноль оказывается. Но, допустим, в Тверской области, для Тверской области, а, нет, не Тверской, извините, Тульской области, для Тверской области все хорошо, там как раз были специалисты. А вот в Тульской области за все время исследований нет ни одной статьи, в который был бы приведен список видов миксамицетов. Там ноль. А, то же самое касается еще некоторых других регионов нашей необъятной страны. Вот, допустим, вот я здесь вижу Федор Михайлович Бортников. Он специально, чтобы закрыть, скажем так, нулевой счет некоторых регионов, он вот в этом году предпринял, в прошлом году уже предпринял поездку в Еврейский автономный округ, чтобы там вот этот ноль закрыть. Я надеюсь, он будет вот успешно опубликован на статье и закрыто. Но тем не менее, даже там, где не ноль, там часто 20, 30, 40. И последнее исследование было вот как раз в книге Ячевского приведено. Значит, вот что работать тут много. Это с точки зрения флоры, да, у нас все-таки лектория флоры России. С точки зрения, скажем так, описания новых таксонов, да, потому что я скорее специалист по биоразнообразию, да, новые таксоны, их очень много, вот, и нужно разбираться, и специалистов-морфологов вообще в мире чрезвычайно не хватает. То есть, в принципе, есть довольно много специалистов, которые готовы работать с молекулярными методами, готовы выделять ДНК, строить деревья. Это все очень круто. Они действительно это делают профессионально, качественно и все такое. Но часто система обучения в европейских и вообще в американских, да вообще по всему миру, она заточена на то, чтобы мы получили человека, который будет публиковаться в высокорейтинговых журналах. А, к сожалению, вот флористические находки, их довольно сложно публиковать в высокорейтинговых журналах. То есть воспитать флориста у нас не получается. В результате у нас флористы постепенно стареют, стареют, стареют и вымирают. Наша система образования, к счастью, позволяет нам воспитывать флористов очень высокого качества, и поэтому они все разбредаются по всему миру, да, и продолжают двигать вот, флористическую науку. В плане миксамицетов это уж точно, да, по всей Европе, да, это специалисты, в основном выходцы либо из СССР, либо из бывшего СССР, либо из России и так далее. То есть, в общем,
Вот такая ситуация. То есть перспектив здесь очень много, потому что, судя по всему, флористическая работа, она в ближайшие годы, сбор вот этого первичного материала будет очень сильно востребован. Не только сбор, а главное потом интеллектуальный анализ. Потому что, ну хорошо, ну вот получили филогенетическое дерево. Но если бы вы просто получили филогенетическое дерево, сказали, о, у нас 31 риботип. Ну, здорово, молодцы, у вас 31 риботип, очень здорово, там, я тебя похлопаю. А дальше что с этим? Дальше вам нужен морфолог, который вот вы 31 риботип, он разложит эти коробочечки по кучечкам, и дальше будет в них вникать, в чем различие. А различие присутствует или отсутствует? Вот только такая работа, она действительно будет качественной. Вот такая работа, которую я приводил в качестве примера работы Дмитрия Викторовича Леонтьева, потому что там и молекулярные методы, и морфологические методы, и все вместе. Вот. Я вот открою тайну, Федор Михайлович Бортников тоже подобную работу в ближайшее время готовит, и тоже она будет, вот, я надеюсь, опубликована там через несколько месяцев. Тоже будет очень интересно, пока не рассказываю, какая. Вот. Да, это будет классно. Вот, ну, а какие еще могут быть перспективы? Это вот с точки зрения флористики. Если будут уточнения, то я с удовольствием еще отвечу. Хорошо, спасибо. Вопросы с форум закончились, переходим к вопросам из чата. Первый вопрос. Владимир, и все же, почему вы не завели учетку на iNaturalist? В чем именно ваши причины? Или учетка есть, но мы про нее не знаем? Нет, я, честно говоря, каюсь, учетку не завел. Надо будет завестись. Потому что, ну, просто, да, я немножко ленюсь. Надо просматривать фотографии. Потому что, честно говоря, мне психологически очень сложно было бы снимать, допустим, исследовательский уровень с каких-то, да, публикаций. Ну, там, человек, вот он что-то сфоткал классно, да, посмотрел, а я такой приду, а, нет, все, выкидываем. Вот, а мне бы пришлось это делать. Мне как-то это было бы очень болезненно. Ну, я постараюсь это сделать. Меня заставят. Мне уже многие коллеги, вот Наталья Сергеевна Гамова мне несколько раз говорила, что нужно это сделать. Алексей Петрович меня много раз спрашивал, почему я это не сделал. Я сделаю. Обещаю. Даю торжественное обещание. Ну, это был вопрос от Алексея Серегина. Ясно. Это еще один раз. Алексей Петрович, вы меня вынудили, чтобы я все-таки это сделал. Я сделал. Хорошо. Да. Следующий вопрос. Сколько видов миксамицетов в России и сколько из них можно однозначно и надежно определить по фотографиям? Ну, я думаю, что это прикидка какая-то. Скорее. Да, ну, сейчас видов, сейчас, секунду, скажу. Даже я же на последнем слайде у нас приводил. Сейчас я просто подгляжу картинку. Последнее, что у нас было по миксамицетам России. 479 видов в 75 регионах по 325 ссылкам. Значит, достаточно надежно можно было бы определить видовую принадлежность, ну, наверное, по фотографиям. Если скажу 50-60, это будет честно, потому что из этих 479 видов реально легко будет найти 200. Вот. Остальное это вот довольно... Это виды, которые там, ну, по 2-3 образца известны. Вот. Ну, примерно так. Вот. По фотографии внешнего вида можно будет определить, ну, да, наверное, полсотни. Вот. Это реалистично. Наверное, остальное без микропрепарата я не рискну. Просто в чате были предположения, вот, и хотелось услышать. То есть там люди предполагали, что, возможно, по фотографиям каким-то очень хорошим можно определить 100-150, но хотели услышать вашу оценку. Вот, ну. 150, нет. Ну, смотрите, там, допустим, если мы будем говорить про стоманитис, стоманитис, он там, ну, вот, спорангий на ножке, да, и если мы его будем так вот рассматривать, то там вот можно написать стоманитис оксифера, но на самом деле это не так. Там нужно смотреть волокнистость ножки при основании и дальше структуру капелиция. После структуры капелиции надо посмотреть споры. И это, на самом деле, будет не стоманитис, а вот эта вот штуковина, которая похожа на стоманитис оксифера, это может быть стоманитис, стоманитопсис, стоманария, по крайней мере, три рода. Вот. И, соответственно, порядка 25 видов. Значит, 25 видов мы сразу выкидываем в ноль. Вот. То есть, нет. Увы. Я зачитаю, в чате возражают на предыдущий ваш...
предыдущий рассказ о том, как можно развиваться, пишут: «Я категорически не согласен. Человек, не собирающий и не наблюдающий виды в поле, не может быть хорошим таксономистом. И специалист по разнообразию, не являющийся таксономистом, очень теряет современный подход к тому, что такое биоразнообразие». Так, ну, если человек не собирает образцы в поле, то он не может быть таксономистом. Ну, наверное, это более-менее соответствует действительности, хотя, ну, по большому счету, как? Я много собираю в поле, да, я там собираю по 3-4-5 тысяч образцов в год, обрабатываю где-то порядка 15 тысяч, да, ну, нет, наверное, не 15, но 8, наверное, тысяч в год, да, я определяю. Ну, наверное, если бы я не собирал в поле, то, наверное, было бы печально, хотя это, по-моему, не настолько критично. Да, конечно, надо объект свой видеть в поле, да. Вот я просто никогда не пробовал такое делать, чтобы общаться с таксономистом, который никогда не работал в поле с образцами. Вот. Но, тем не менее, когда они попадают в лабораторию, они нисколько не повреждаются, и визуально они совершенно идентичны тем, которые были бы в поле. Вот. А второе возражение там какое было? Можете повторить, пожалуйста? И специалист по разнообразию, не являющийся таксономистом, очень теряет современный подход к тому, что такое биоразнообразие. Ну, конечно, да, нужно совмещать в себе таксономический подход. И если изучаешь биоразнообразие, то, конечно, нужно и таксономический подход. А я не очень понимаю, в чем тут возражение, да? Потому что нужно иметь подход и собирать нужно материал. Да, то есть если человек уходит в там, суровую таксономию, условно говоря, начинает рассматривать один вид какой-то, там, или род, да, или группу видов, ну, это, конечно, хорошо, но если он не видит за этой группой видов всего остального, ну, наверное, это просто узкость суждений и так далее. Более того, я бы даже вашу мысль дальше развил. Если человек занимается там, таксономией, и биоразнообразием, и там, биогеографией, и так далее, миксамицетов, и при этом вообще не хочет видеть ничего, кроме этого, это тоже плохо. И тоже он будет очень плохим специалистом. И напротив, если он занимается только там, молекулярными подходами, и при этом не хочет увидеть морфологические признаки, тоже это очень будет плохо. Поэтому, конечно, любая узкость суждений – это все плохо. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос, он звучит следующим образом. Мне кажется, что вы частично на него уже отвечали. Опасны ли миксамицеты для человека и для других организмов? Ну, для человека, в принципе, практически безопасны, ну, за исключением того, что они могут быть вредителями для каких-либо производств. Например, вот в Китае сейчас растет производство грибов, прям вот массово. В России как-то это не особо часто встречается, а вот у китайцев реальные проблемы, что у них некоторые плазмодии миксамицетов начинают поедать плодовые тела грибов, ну, в частности, бадамиот регулярис, у нее, видимо, есть хитиназа, и она прекрасно забирается, если плохо стерилизован был субстрат, она вешенку съедает просто-напрочь. Вот, то есть у вас была вешенка, и там вот ползает плазмодий. К нам обращались из хозяйства, которое занимается выращиванием этих флеотонамека, опятонамека. Вот тоже там у них появился плазмодий, начал кушать, да, тоже было очень печально. А могут быть локальные какие-нибудь поражения тоже сельскохозяйственных культур, в частности, вот есть такой вид диахеликоподия, почему-то она очень любит клубничку. Вот она образуется на клубничных полях, выползает на листики, эти листики увядают, и, в общем, становится им очень плохо. Ну вот, но так, в принципе, для человека относительно они безвредные. Для других организмов, ну, в принципе, если вы бактерия, то для вас это очень плохо, потому что бактериями, собственно, они и питаются, они их регулируют численность. Разными, может быть, мелкими, может быть, спорами грибов, может быть, какие-то другие более крупные субстраты, да, тоже
плазмодий что-то вот такое может потреблять. А может он забивать рост молодых растений, потому что если это очень интенсивные спорношения, да, они прям вот, допустим, на мхах, часто наблюдаешь на сфагнуме, вылезает на сфагнум света не хватает, потому что все засыпано спорами, и сфагнум чувствует себя не очень хорошо, но это все равно носит очень локальные такие... Локальные эти инфекции такие получаются, миксамицетные, да, и, в общем, локальные поражения миксамицетные, не инфекции, конечно. Вот, и это, в общем, ничего страшного в этом нету. А так, для других организмов, по-моему, они довольно безвредны. Спасибо. Являются ли миксамицеты пищей для других организмов? Да, естественно. Ну, плазмодии в меньшей степени, потому что они довольно... подвижные, как-то вот не особо замечали, что плазмодии ели. Вот. А проношение миксамицетов питаются колемболы, жуки, слизни. То есть вот такие организмы. Причем на самом деле тут пример скорее не только просто поедание, а скорее пример совместной коэволюции, потому что жуки часто являются агентами распространения спор миксамицетов. Вот, эти споры на них разлетаются в разные стороны. Вот, причем интересно, что определенные виды жуков, они питаются определенными видами миксамицетов. То есть вот часто наблюдаешь, вырастает стоманитис, и вот на стоманитис оксифера, допустим, сидят определенные семейства и виды даже жуков. Мы как-то с энтомологами это все дело идентифицировали, я просто сейчас на память, естественно, название этих жуков не приведу. Вот так. Хорошо, спасибо. И тогда вопрос, связанный с этим. Как миксамицеты защищаются от хищников? Разнообразными вторичными метаболитами. То есть они становятся относительно для них токсичными. Вот мы с вами говорили, что это вещества, обладающие антибиотической активностью. Соответственно, от бактерий так они защищаются. Но кроме того, вещества, обладающие цитотоксической активностью. То есть, по сути говоря, разнообразные яды. Вот, то есть задача в том, чтобы тебя на стадии плазмодии не съели. А дальше в процессе морфогенеза спор часто, судя по всему, это все дело пропадает, потому что часто наблюдаешь такую картину, у тебя плазмодий собирается в такую кучку, постепенно вырастают спорношения, и в тот момент, когда происходит изменение цвета спор со светлого на темный, да, вот уже оформляется споровая масса, выделяются пигменты в оболочку спор, то есть вот спорангия становится темным, то в этот момент как раз прибегают разные животные и начинают их поедать. Вот до этого момента они их не трогают. И, соответственно, там какие-то есть вещества, которые они очень не любят. Вот. Кроме того, я думаю, как раз наличие извести в структурах спорношений для некоторых крупных, относительно крупных животных тоже является таким фактором, который защищает спорношение от выедания. Хотя, опять-таки, разносить споры они тоже... при помощи этого могут. Угу. Следующий вопрос. Используют ли миксамицеты в качестве биоиндикаторов состояния окружающей среды? Пока такие работы не увенчались успехом. Значит, в свое время пробовали что-то сделать подобное. Наши коллеги с Урала, в частности, работы Фефелова и Плотникова. Там есть, они смотрели окрестности медиплавильного комбината, и они пришли к выводу, что представители, откладывающие известь в структуру спорношений, из-за того, что там выше кислотность, да, кислотные дожди и так далее, вот они там не образуются. У меня как-то совершенно противоположные данные получаются. Потому что я, конечно, не знаю, наверное, мое родное Орехово-Борисово не очень... далеко ушло от окрестностей медиплавильного комбината в окрестностях Екатеринбурга, но, наверное, там экологическая ситуация все-таки похожа, но тем не менее. Но у нас вот в Орехово-Борисово много разных видов, и именно физаровых, именно тех, у кого есть известь. И прекрасно эта известь откладывается, ничего там не разрушается. И кислотные дожди в Москве, такая ситуация, мне кажется, вполне присутствующая. Вот, поэтому я бы на самом деле... вот так это не рассматривал. Вот. А с точки зрения биоиндикации, я думаю, просто пока мы не знаем достаточно биоразнообразия до такого уровня, чтобы точно оценить, что должно быть вот в биоте нормальной и ненарушенной и нарушенной. Кроме того, с лишайниками
Потому что лишайники обычно используют в качестве биоиндикаторов. Там немножко все проще. Лишайник – это не тот объект, который обладает скрытым разнообразием. То есть вот лишайники, они пришел на дерево, посмотрел, увидел, оценил обилие, да, посчитал вот решеточкой, все хорошо. А миксмицет, он либо вылез, либо не вылез. Можно прийти в лес, ничего нет. Потом придешь там через месяц, да, при определенных погодных условиях, а все покрыто миксмицетами. Вот для того, чтобы произвести вот это полноценное исследование, нужно довольно много времени. Это потребует довольно кропотливой работы. И поэтому я даже не уверен, что имеет смысл, ну, их рассматривать как перспективные объекты для биоиндикации. Хотя, на самом деле, некоторые виды мы вполне себе включая в красной книге, там, допустим, Тверской области, именно как те виды, которые вот наиболее характерны для тех биотопов, которые являются редкими или которые нужно охранять на территории региона. Ну, допустим, мы туда включали, допустим, Didymium oviedo мы включили в новый список красной книги Тверской области. Совершенно логично. Почему? Потому что он образуется на сфагнуме, на мхах, по окраинам болот, и это индикатор как раз хороших, качественных мховых подушек вот в окраинных болот, вот такой вот переходной зоне. Что вот если он там есть, надо его сохранить. Да, действительно, тогда его логично включить в красную книгу. Вот, ну, то есть вот они могут быть индикаторами специфичных биотопов, но вот, вот индикаторами, как вот лишайники, пока что до такого мы не дошли. Поняла, спасибо. Так, следующий вопрос. Скажите, а как сделать, чтобы у миксамицета во влажной камере поскорее образовалось спороношение? Сложный вопрос. Ну, во-первых, чуть-чуть можно ему не уменьшить количество жидкости, которую вы ему добавляете. То есть, если его все время заливать, то ему, конечно, будет, может быть, там, хорошо, и он будет питаться, и ему будет не голодно. Когда все начнет подсыхать, может быть, но только совсем его важно не засушить, а то он в склероз уйдет. Вот, это раз. Во-вторых, в свое время пробовали, некоторые авторы писали, что вот можно сделать из бумажки такие конусики, и вот типа на вершине конуса будет более сухо, и плазмодий туда вылезет, сформируется проношение. Я признаюсь, я делал такие конусы по юности. Ничего они не вылезают, ничего они не делают, у меня совершенно не получилось. Поэтому работа с влажными камерами – это очень кропотливый процесс, требующий такое терпение. Сидишь и ждешь, вот сформирует он спороношение, не сформирует. Не сформировал, ну еще пускай поползает. Когда-нибудь точно он это сделает. Так что терпение. Понятно, спасибо. Следующий вопрос. Обитают ли миксамицеты в зоне вечной мерзлоты и в сухих зонах? Да. Обитает. Значит, миксамицеты найдены вообще на всех континентах, в том числе и в Антарктиде. Там порядка, по-моему, уже 10 видов или даже больше обнаружено. А в зоне вечной мерзлоты тоже есть. Есть даже очень качественные работы, которые были выполнены Юрием Питоновичем Новожиловым и Мартином Шнитлером по вот как раз вот северной зоне. Они проехали значительную часть территории нашей страны вот, по северным регионам и выявляли видовое разнообразие. Там реально много миксамицетов. Ну, по крайней мере, там больше 100 видов встречается. С учетом того, что весь объем группы – это 1100 видов, то это, в общем, довольно много. Засушливые регионы – это вообще отдельная песня, отдельная сказка. А в засушливых регионах чаще всего не получается выявить видовое разнообразие при помощи традиционных методов сбора в полевых условиях. А вот метод влажной камеры работает шикарно. И там вы собираете любые фрагменты там, сухих веточек, капрому растительноядных животных, причем вот такую старую, выветренную, которая вторично заселяется. А можно попытаться, там, в общем, любой карас, кустарничков и так далее, все это помещать в чашке Петри, смотрите, и там будут очень специфические группы видов, их огромное количество описывается в последние годы, то есть если интересно посмотреть, то советую ознакомиться с работами, если по России, то работы Инны Владимировны Землянской по Волгоградской области, Волгоградская область, Астраханская область, дальше Казахстан, вот это вот ее
регионов, в которых она работает, там, там больше 100 видов выявляется вот такими методиками. Есть очень специфичные виды, чрезвычайно интересные. Инна Владимировна несколько видов Волгоградской области новых описала. То есть, да, есть. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Используются ли миксамицеты в медицине? Ну, мы уже, в принципе, к этому на этот вопрос отвечали. В принципе, особо нет на практике. Но теоретически их можно использовать как возможные продуценты каких-либо биологически активных веществ. Если мы будем говорить про диктиостелит, то вот это просто близкая группа к миксамицетам. Тоже почечные амебы, тоже они обладают только псевдоплазмодием и формируются проношения. А они иногда выступают в качестве модельных объектов, и вот на диктиостелидах удается моделировать некоторые заболевания. Там, дело в том, что формирование там на самом деле не настоящий плазмодий, там так называемый псевдоплазмодий, тема отдельной лекции. Но этот псевдоплазмодий, он формируется под воздействием циклического адназин-монофосфата, да, выделения циклического адназин-монофосфата и рецепторов, соответственно, есть на поверхности клетки рецепторы циклического адназин-монофосфата. Это универсальный сигнал голода. И вот идея в том, что некоторые человеческие заболевания как раз связаны с проблемами вот этих рецепторов циклического адназин-монофосфата. И на диктиостелидах можно выводить генетически модифицированные штаммы этого диктиостелиума и смотреть, как эти рецепторы можно потом лечить. Вот. И потом это все экстраполировать на медицину. Тоже довольно интересный такой кейс. Хорошо, спасибо. Когда в природе можно обнаружить максимальное разнообразие миксамицетов? Какие оптимальные сроки полевых исследований? Значит, для нашей средней полосы России наиболее оптимальный период – это, наверное, сентябрь, конец августа, начало сентября. Вот, когда еще относительно тепло, то есть вы сами ничего не замерзнете в полевых условиях, работать на коленочках, ползать по влажному грунту. Вот, но и же миксамицеты довольно активно лезут. А если мы будем говорить, к примеру, о Северной Америке, да, то для них там это где-то конец июля, начало августа. Вот там как-то это все смещается в более раннюю сторону. Если мы будем говорить о регионах с тропическим климатом, ну, вдруг кто-нибудь поедет, допустим, во Вьетнам собирать или еще что-нибудь, то там это период, влажный период, то есть это период дождей должен быть. То есть вот для тропиков это вот такой. Потому что в сухой период там практически вообще ничего не найдешь, то есть там сухо. А в принципе, с влажностью тоже связана работа с Дальним Востоком России. То есть вот если там влажный период, там, судя по всему, миксамицетов гораздо больше. Если сухо, то практически их нету. Вот. А так, в принципе, по большому счету, миксамицеты обладают очень изменчивой фенологией. То есть некоторые виды возникают в начале весны, и потом они пропадают. Ну, если мы даже не рассматриваем невальные виды, которые вообще сразу исчезают. Да, но вот есть виды, которые идут в начале весны, потом есть летняя группировка видов и осенняя группировка видов. И даже есть работы по фенологии, но вот, опять-таки, минутка саморекламы. У нас в журнале «Микология и фитопатология» была работа по фенологии миксамицетов московского региона. Да, там они вот довольно характерные графики, что разные виды в разное время года вылезают. Поэтому, на самом деле, если хочется провести качественную работу в течение вот длительного времени, то тогда и выявить все видовое разнообразие, то надо, на самом деле, собирать весь период от снега до снега. Вот так. Хорошо, спасибо. Да, кажется, это был последний вопрос. У нас в чате был комментарий, что в геофизической обсерватории Института физики Земли, это поселок Барок, В.А. Цельмович изучает космическую пыль. Он на специальном оборудовании может выявить состав микропылинок. Возможно, Владимир Анатольевич поможет вам определиться с химическим составом микровключений в слизевиках. Ну, просто это не совсем тема моей работы, но, в принципе, да, возможно, это был бы интересный вариант. Я тебя записал. Вот. Ну, возможно, это пригодится кому-то, кто послушает. Да, на самом деле, это, возможно, будет интересно. Потому что, когда мы однозначно не можем понять, что у нас есть за структура, потому что, на самом деле, это большое спорношение, из него достать вот эти вот, допустим, узелки и сеточки, ну, довольно-таки сложно. Угу. Так, спасибо и вам
написали очень много спасибо по ходу лекции, и когда мне мы отвечали на вопрос. Да, так, пока что есть еще, возможно, задать вопрос, хотя мы уже довольно долго разговариваем, и мне кажется, что Владимир ответил на очень много всего. У меня небольшое, опять же, организационное объявление. Лекции проходят каждую неделю, в пятницу или в субботу. Если в пятницу, то обычно это 6 часов, если в субботу, то в 11 часов утра по московскому времени. Все, что я буду называть, это московское время, естественно. Многие оставляют нам комментарии, что им не очень удобно приходить в пятницу там, в 6 по Москве или в субботу в 11 и просят пересмотреть варианты проведения лектория. Но, к сожалению, к счастью, мы ориентируемся в первую очередь на, на то время, которое может появляться большей частью аудитории, и ориентируемся всегда на лектора, то есть предлагаем несколько вариантов проведения лекции, потому что они тоже находятся в разных часовых поясах. Несмотря на все это, у нас всегда все лекции размещаются на нашем канале. Он называется «Лекторий Флор в России», обычно во вторник в среду или среду, в зависимости от того, там, какая загруженность у меня, когда я монтирую это видео, или насколько сложное, например, видео получилось. Есть какие-то моменты, которые нужно чуть больше уделить внимание. Вот. Так что даже если вы не сможете прийти на лекцию, то вы всегда сможете посмотреть ее в записи. Также многие, кто сегодня, насколько я знаю, много новых людей регистрировались именно на эту лекцию. Если что, на всякий случай напоминаю, что можно записаться на весь цикл лектория, не только на одну лекцию. Мы будем присылать вам анонсы каждую неделю и ссылки. То есть вам не нужно будет регистрироваться заново. Вы как бы всегда можете присутствовать на лекции, если захотите, и вам будет удобно. Но при этом вопросы, например, если вы хотите задать, и чтобы мы их прямо озвучили лектору, пожалуйста, оставляйте их в форме регистрации или в комментариях к анонсу. Вот. Ну или вы можете на самом деле написать нам на почту в ответ на то письмо, которое вам приходит. Там обычно есть указание почты, с которой это все приходит. Это editor@citizenscience.ru. Вот. Я думаю, что на этом наша лекция заканчивается. Мы говорим большое спасибо Владимиру. Я говорю большое спасибо вам, что вы присутствовали, задавали столько вопросов и были так включены и активны в нашу сегодняшнюю тему. Я надеюсь, что мы дальше продолжим также. Это будет также интересно, драйвово и так содержательно. На этом я говорю вам до свидания, хорошего дня или вечера. Всем спасибо и всем пока.